Постой-ка. Кто открыл дверь? Сейчас ты у меня ремня получишь. А ну стоять! Попался! Разве тебе не ясно было сказано? Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Сколько можно? А ну и... Третий раз уже! Стоять! Попался! Третий раз! Постой-ка. Я точно закрывал эту дверь! А? Сейчас ты у меня получишь! Попался! Ты что, совсем туп? Какого хрена? Ой! Ага! Втихаря сидишь за компом! Вот так учишь уроки! Давай бегом вокруг дома! Чё смотришь? Беги! А! И патри... Нужно устроить дымовую завесу! Ой, блин, сколько дыма! Ой, блин! Куда делся? Нужно найти способ, чтобы... Если я буду передвигаться... А ну иди сюда! Я не услышу. Ой! Это шум из ванны? Кто закрыл дверцу стиральной машины? Ах ты, паразит! Ты что, мать, за дуру держишь? Тол, чтобы ни единой соринки не было! Разве тебе не ясно было сказано? Про швабра сама слабца? Ты чё, совсем охренел? Ну, держись! Сколько можно повторять? Не понял? А кто включил свет? Сейчас ты у меня ремня получишь. А ну стоять! Попался! Ты что, совсем туп? Кто выключил мне телевизор? А ну стоять! Попался! Разве тебе не я? Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Ага. Это несовместимые Думал, вещи. Я не замечу открытую дверцу. Думаешь, твой отец тупой? А ну, попался! Ты что, совсем тупой? Ха! Ты что, совсем тупой? Кто двигал эту тумбу? А ну иди сюда! Попался! Ты что, совсем... А ну иди сюда! Это что еще такое? Кто мне трезвонит в дверь? Кроме вас тут никого нет! Извините. Ой!
несправедливость. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Кто открыл шкафчик? А? Сейчас а ты ну у меня получишь! Кто открыл шкафчик? Да ну, думал, что я не замечу! Это несовместимые вещи! Ах ты, мелкий засранец! Ты что, совсем тупой? Кто открыл дверь? Думаешь, ты... Кто включил свет? Есть способ, чтобы незаметно свалить из дома. Думал, что я не замечу! Ах ты, маленький засранец! Куда делся? А ну стоять! Стой, гад! Попался! Я точно закрывал это... Кто открыл дверь? Упс! Это шум из спальни? Надо проверить. Нужно срочно вернуться в комнату! Кто открыл дверь? Какого хрена дверь открыта? Какого хрена дверь? Я точно закрывал эту дверь! Я точно закрывал... Кто открыл дверь? Какого хрена дверь открыта? Кто открыл дверь? Я точно закрывал... Кто открыл дверь в спальню, а? Думаешь, твой отец тупой? А, гад! Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Чё смотришь? Беги! Бежать, я сказал! Я не... Ты что там? Кто включил свет? Кто включил свет в спальне? Ага! Третий раз уже! Стой! Попался! Третий раз уже! Кто открыл дверь в кладовую? Ах ты, маленький засранец! Куда делся? А? Стой, гад! Попался! Сказал, беги! Беги! Ой! А? Нужно устроить дымовую завесу. Кто мне выключил вытяжку? Если нечем мыть пол, значит будешь мыть... Фу! Ты чё, совсем охренел? Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Так. Здесь кто-то был? Куда пропал стиральный порошок? Сейчас ты у меня получишь. А ну иди сюда! Если нечем мыть пол, значит... Фу! Ты чё, совсем охренел? Сколько можно повторять? Каков? Кто мне выключил телевизор, а? А? Стой, гад! Передвигаться сильно, только нужно найти способ, чтобы... Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Чё смотришь? Беги! Ну? Не понимаешь по-хорошему, значит будет по-плохому. Так, я не понял. Ты где там? Ненавижу. Иди сюда! Патри...
Третий раз уже! Ах ты засранец! Думал, я не замечу открытый шкафчик? Думал, что я не замечу? Это ты так уроки делаешь? Ты что, совсем тупой? 20 приседаний. 2, 3. Ты что, совсем тупой? Делал уроки. Это несовместимые вещи. Стоять! Ты что, совсем тупой? Что ты, лох? Черт! Что это за шум? Андрей! Ты что, совсем туп? Какого света там случилось? Погоди-ка. А ну иди сюда! Не понял. Ой. Что за шум? Ага! Втихаря сидишь за компом! Это ты так уроки делаешь! Стоять! Попался! Чё смотришь? Беги! Стоять! Попался! Быстро, 20 приседаний. Раз, два, три, 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 три. Какого... Сейчас ты у меня получишь. Что ты там на мать сказал? Скотина такая! Наделись цветы из вазы, а? Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Думаешь, это несовместимо вообще. О, гад! А сейчас ты у меня получишь. Попался!